В этом видео будем замерять компрессию в лодочном моторе. Для этого нам понадобится компрессометр, свечной ключ и, конечно, лодочный мотор. Падение компрессии может указывать на износ цилиндра, поршневых колец и, не дай бог, прогара поршня. Для правильного замера нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем выдергиваем чеку, тем самым мы обесточим высоковольтную катушку зажигания. Если этого не сделать, заряду будет некуда уходить, и это может повредить саму катушку. Как вариант, можно также заземлить свечи на корпус двигателя, соединив их обыкновенной проволокой. В этом случае заряд с катушки будет пробивать искру на свече, а сама катушка будет работать в штатном режиме и ничего ей не будет. Оптимально иметь компрессометр со свечной резьбой. Его штуцер просто вкручивается в свечное отверстие. Рукояткой газа нужно открыть дроссель, чтобы воздух поступал в полном объеме. У нас мотор с ручным стартером, и по-хорошему нужно раз 5 его дернуть шмыргалкой, а версию с электростартером покрутить несколько секунд. 8 кг на квадратный сантиметр – хороший показатель для двухтактника. 7 – тоже неплохо, а 9 – вообще замечательно. В идеале разброс компрессии между двумя цилиндрами не должен быть более килограмма. Если больше, разбираем мотор и ищем причину. Вообще компрессометр – инструмент полезный не только для водномоторника, но и для автомобилиста. Поэтому лишним в хозяйстве никогда не будет. Запчасти и всякие полезности для лодочных моторов продаются в магазине «Водник». Обращайтесь.